Букварь! Все, иди, давай садись, читай. Садись, зай. Садись, Кристина. Какой классный пацан! Всем привет, мои хорошие! С вами скромняшка Крис, моя Всем привет. Лучшая подруга, и я, Селена Свей. И сегодня долгожданное видео. Мы будем сегодня тестировать с вами ресницы на магнитах! Ты Дэню закрыла, хрень. Не-не-не, ты сиди. Посредине тема, да? Денька у нас читает. Ну все, привлекли внимание. Крис еще с чаем пришла. Да, я где-то видела, что так видео снимали. Что так модно, да? Очень-очень так интересно. В общем, ты специально... Да что ж такое? Так, а ну-ка дайте чай. Я специально взяла чай, потому что так снимают видео. Потом. С чаем. У нас ребенок. Дети не снимают девушки с детьми с чаем. Так, да не отвлекай. Все, у нас вот такие ресницы. Заказала я их на Алиэкспресс. Вот такие вот магнитики. Я посмотрела давно уже в Инстаграм, было много рекламы такой. Кстати, я где-то слышала, что такие ресницы за $100 девочка заказала. Я думаю, а эти сколько? Да я не знаю, там, ну, может, около 200 рублей что-то. Я выбирала разные реснички, и в конце концов я выбрала там, где два магнитика. То есть они вот такие вот, да, смотрите. Это идет у нас вниз, вот это вот идет, наверное, наверх, не знаю, или наоборот. А, да, вот это, наверное, вниз будем клеить, это наверх. Чтобы было два магнитика, вот так вот. И, в общем-то, посмотрим, что у нас получится. Давайте попробуем. Я вообще не представляю, даже сейчас, как ты рассказала, я все равно не пойму, как их лепить. Да. Они держатся, кстати. Ну, я видела некоторые девочки, да, использовали. Они... Ой, аккуратно. Дыня, аккуратно, я сейчас испорчу себе ресницы. О-о. Давай сначала мы... Я Кристину пригласила. Кстати, это тоже блогер. Скромняшка Крис. Вы можете ее очень легко найти в Ютубе. И, кстати, вот кому не нравятся мои кривляния, такая вот я вся взбалмошная, Кристинка совершенно другая. У нее более такой контент, знаете, более умный, более интересный, информативный и познавательный. Вот, Селена, лишь бы вот говорить. Ссылку я оставлю на нее внизу. Посмотрите, я думаю, вот кто... Совершенно все, по-моему... Что? Даже закончить предложение не могу. Растерялась? Не ожидала? Так, короче, я снимаю... У меня брови такие. Руками снимаю. Мне кажется, ты не кривляешься, ты всегда такая. Ты просто ненормальная, да? Так, берем вот такую вот одну штучку. А ну-ка. Расскажи. Вот такую одну штучку. Это которая с длинными. Так, сейчас я... там вообще инструкция есть в коробке? Да что, зачем тут инструкция? Я просто к тому, что это... Ну, может быть, нужно было как-то обезжирить. Не надо? Не надо. Тут же на магнитах. А то на свидание пойдешь так с ресницей. Дай ему телефон, пожалуйста. Да мой телефон последний. Итак, берем Кристинин глаз. Другой вниз на глаз. Смотреть или как? Смотри, вот так, да? Да, смотри вниз. Давай. Значит, вот так, сначала я положу тебе ресничку. Я взяла пинцет, боюсь выколоть глаза. Ничего ты не... Так, я потом постараюсь приблизить. Мы кладем это вверх. Что, не моргай. Обалдеть. Не моргай, он сейчас упадет. Я так понимаю, магнит нужно было во внутреннюю сторону. Подожди, ну я сейчас одну сверху, одну снизу. На глазницу наложить. Туда между. Подожди, одна сверху, одна... Ты видишь, они прилипли друг к другу. Совершенно... Это... Тихо, все. Вообще не понял. Это сверху. Это глаз закрыла. Это снизу. Да ёперный театр, она опять прилипла. Отлепись. Так, поехали. Это сверху. Так, а как глаз держать? Все, вот так держи. Ой. Неровно. До меня только что дошло, прикинь. Как оно должно быть? Да. Я поняла. То есть она, они должны... Вот я сейчас тяну, они с твоими отваливают. Больно? Ну, в принципе. Да не больно, но надо самому, наверное. Надо разъединить. Я поняла, они... Епатька. Посмотри. Он сейчас... Я подержу. Продюсерский.
ваше время и стекло, теперь моя очередь. Денечка, пожалуйста, не мешай нам. Я поняла, они, получается, как бы обнимают твои ресницы. Обнимают. С двух сторон, слушай. Идея прикольная, но надо бы ее воплотить. Идея прикольная, кстати. Мне же тоже понравится, я же потому и заказала, блин, ждала с нетерпением эти ресницы. Так, разъединить их надо теперь. Мне самой интересно, они как чувствуются, они чувствуются сейчас. Ёшкин Макарёшкин. Дэнь, не иди сюда. Иди поиграй в игрушки, Дэнь. Не трогай-ка. Дэня пытается сказать нам, что наше время истекло. Да. Теперь твоя очередь. Разъединила. У-ху. Господи, они постоянно друг к другу лепятся. Чего? Я криво чуть-чуть прилепила. Чуть-чуть? Подожди. Сильный ножом. Чуточку. Не, ну это только чуть-чуть. Тогда ладно. Смотри, Крис, у Кристинки какие. Так и главное, а что они так торчат теперь? Я не пойму, как ты так умудрилась? Может быть, ты что-то неправильно сделала? Может быть, а ну давай еще гляну. А вот дай-ка зеркало, хоть я гляну. Магниты видно эти. Там видно твои ноги. Не, на коленке, ладно. Так, подожди, а где он? И носки гламур. Так и чё? Подожди, вот смотри, ну-ка придержи. Давай, может, ты сама как-то их приравняешь? Вот мне интересно... Да это не вариант с такими, реально магниты видно, а как с ними ходить? Ну, магниты видно, да, я не думала, кстати, что будет видно. Чисто сверху еще вот закрашиваю. Вот давай вот прям покажем вблизь-вблизь, да? Вот давай сверху. Сейчас, стой, давай фокус. В принципе, даже если да. Но некоторые, кстати, ресницы так наращивают с середины, я слышала. Открывай. Вот видно там? Видно, манит? По сторонам. Ага. И снизу. И также вот так. Если девочка не так сильно. Если... Видно. Подожди, если миниатюрная девочка низкого роста, то мужчина вот так подойдет и такой скажет: а что у тебя? А что у тебя с глазами? Нет, это не умывалась, да? А дай я попробую тоже. Свои повыдергиваешь. Нет, ну я аккуратно. Ну с другой. Ой, их так почесать хочется как-то. А нет, ты их чувствуешь? Ну, чувствую. Сейчас стала чувствовать. Одна девочка, я видела, она показывала как-то вообще одной рукой, она вот так вот как-то сделала. Ну, может быть, кто приноровится, знаешь. Вот так вот как-то взяла раз, взяла два. Вот. А, у нее прям получилось, да? Да, и она такая. Ты как-то вообще не той стороной, что ли, клеишь? Я не помню, что ты делаешь. Селена. Да, я не той стороной взяла. Даже надо на другую. Селена хочет, чтобы магнитики по краям окантовочка была. На другой глаз вообще. Это на другой глаз. Боже, какая забава. Так. Берем вот так вот. Вот так вот. Я думаю, у меня не получится. Потом... Нет, вот другая девочка, она делала так. Вот сейчас я покажу. Где пинцет? Пинцет! О, господи. Она брала пинцетик. Сама его нормально сняла. А к пинцетику, к моему пинцетику прилипает. Она брала пинцетик, клала вот так вот. Вот так вот. Сюда, например. Да ёперный, он прилипает. Пинцетик должен быть пластмассовый. Да. Да ёшкин кот. Ладно, я руками положу. Дыня, замерли все. Так. У меня она не хочет к основанию ложиться. Торчит тут и все. И в чем дело? В ресницах или... Дэнь, аккуратно.
В ресницах или в моих золотых руках? А без разницы, какая вверху, какая внизу. Ой, какие классные сделала. Ой, хочется почесать, правда. Угу. Подожди, дай я сниму. Почему-то, да? Ой, какой ужас! Как хорошо, что я не заказала больше. Больше одного. Хотела много. Я хотела тебе пушистая. Ты хотела 3D? Эффект 3D? Я же всегда думаю о девчонках моих, нападалки там. Вот такое вот. Удивить, порадовать. Вот такое подари кому-нибудь. Ну. Так, с моими ресницами не снялось, ничего. Давай, короче, с твоими все-таки экспериментировать. Я попробую сама. Может, самому удобнее, хотя. Слушай, а мы, наверное, чуть-чуть неправильно лепили с тобой. Почему? Потому что. О, Аня, все равно. Сейчас все правильно. Сука. Крис! Ты что такое говоришь вообще? Нельзя этих слов говорить. Ксуя. Да, я тебя сделаю. Хорошо. Хорошо. Такая сговорчивая девчонка. Ну, я думаю, что должен быть действительно какой-то пинцетик или керамический, или пластмассовый. Есть такие. Или китайские палочки. Это китайские ресницы? Да. Значит, китайские палочки. Хлоп! Сейчас еще меньше поврит. Мне кажется, сейчас еще уже лучше стало. Сейчас совсем чуть-чуть. Слушай, я смотрю на видеообзоры. Хорошо, клиент? А у них все получается. Серьезно? Да, я не знаю, как это получается. Мне кажется, это у них не получается. Вот у нас все получается. Я не понимаю, как у них так получается. Может, у них реклама этих ресниц, и они... Мне там близко показывали даже. Так а чем они, пинцетом? Может, мы с тобой вдвоем рукожоп? Подожди, так они чем, пинцетом или чем клеят вообще на силь? Мне кажется, они врут, нагло врут. Они чем-то вы не клеили, у них все получается. Что, серьезно? Серьезно, Крис. А, слушай, а бровей нет так важных? Слушай. Это только для железного человека. Про Эля ты вспомнила? Нет. Ну там был железный. Просто как магнитные брови по-другому выбираются. Подожди, давай попробуем так. Давай попробуем. Вот я сначала низ тебе ставлю вот так. Еще вот. Сначала низ, да никак ты это не делаешь. А потом вот так вот вверх. Я как бы поставила, но я зажала. Знаешь тебе... что? Мне я кажется... зажала тебе кожу. Я хочу что сказать. Дай покажу. Я хочу, знаешь, что сказать? Сдалека вот... Закрой глаза. Сдалека не видно, что... Я зажала ей кожу. Я, знаешь... Ты послушай, вот серьезно, вот те вот, которые ты смотрела, скорее всего, вот так же и приклеивали. Потому что сдалека вот я вижу, что как будто бы так и надо. Ты видишь? Красота как будто, да? Вот да. Давай так, я все-таки хочу ровно поставить. Так у них так же было. Просто они говорили, что... Не, ну кто-то... Там... Подожди, дай кожу вытащу. Больно давай было? Я сама. Я все вытащила уже. Да? Слушай, да видно эти магниты и сверху, и снизу. Хрень какая-то. Я тебе вообще говорю, что это... Господи, так... кто же это придумал-то? Они тестировали на себе, интересно, сначала. Слушай, а вот если две вот так соединить, смотри. Вот намного удобнее, кстати. Но я бы клеем еще закрепила. Ну-ка, давай. А я тебе сейчас еще вставлю. Вот это, да? Да, ты мне давай. Короче, мы сделали вот так. Две вот такие штуки. Вот, мы соединили между собой. Вот так. Оп. Надо что-то... Что, подлиннее? Нет, чтобы отгибало. Вот, и сейчас Кристинка сделает... Смотри, давай, начало клеим. Подожди. Подожди, ну что вы хотите, чтобы это было видно же? Ты сможешь? Давай, давай. Отлепись. Вот что делать? Давай, давай все. Дэн, тише, зайка. Так, сначала я. Давай. Сделала? Быстрее, подожди. Это нереально. Да-да, я сделаю все. Дай ресницы. А как там показывают? Не бойся.
Это надо вообще за секунду, только понес. Не бойся, Крис. Я боюсь. Мне кажется... Нет, в принципе... Они все равно не сложились, как нужно. Нет, ну покажу, это поближе. Я думала, лучше сначала... Подожди, давай, слушай, ну это просто какой-то бред, это какой-то ужас, мы 18 минут ржем с тобой, и я в шоке. Короче, мне эти ресницы вообще не понравились, я им пользоваться не буду, их когда одеваешь, видно магниты, их неудобно клеить, они друг на друга постоянно приклеиваются, они волосы чешутся, ой, какие волосы, глаза, да. Глаза чешутся, когда их одеваешь, и... Ну это просто... 4, уже слеплюсь. Это чисто поржать. Кто такое покупать мог за $100, честно говоря, это просто... Ой, какая-то глупость, я не знаю. И я не думаю, что можно даже как-то придумать. Оно совершенно не изгибается. То есть у нас на две штучки там были магнитики. Они совершенно никак не изгибаются, хотя они гнутся, но когда они прилепляются, они... Может быть, как-то нужно за ресницу свою зацепить, знаешь, вот этим вот. Ну, оно не цепляет. Опять же, если наклей. Да нет, это очень, очень сложная какая-то тема. Я даже не знаю. Мы ровно с тобой в итоге не смогли прикрепить. И как и куда вообще? Проще реально налепить нормальные реснички, которые продаются также на Алиэкспресс, интересные какие-то. А я все это время пробыла вот с такой херней, блин, и забыла снять. Красиво. Ну, девчонки же ходят все с резиночками. Ну это типа не модно, не красиво вообще. Ой, все ходят. А я типа просто забываю. Распустила волосы. Так прикольно, девчонки все негласно стали носить резинки на руках, вот даже ты. Слушай, ну если закрепить клеем. Да, была такая идея у кого-то, я помню. А, так у всех, у кого-то не получилось, хоть или у всех получается? Короче, девочки, я думала, что это будет реально какой-то ноу-хау, это будет какой-то кайф. Думала, оставлю вам ссылку и просто. Будет все замечательно. Но я оставлю вам ссылку, только если кто-то хочет реально поржать. Или самостоятельно, думая, что он не рукожоп, как я, захочет просто испытать на себе это все. Подожди, возможно... подожди, у меня пришла идея. Вот, я поняла. Подожди. Тихо, Дэнь. Кристина поняла что-то. Может быть, она сейчас откроет что-то. Нет. Как? Ну вот. В основании. Ну-ка, давай, только давай. Чуть-чуть сдвинулась, конечно. То есть ты считаешь, что ты сделала идеально, да? Ну, не идеально, но... Пожалуйста, пожалуйста. Ну, я могу переделать, я поняла. Подожди. Как. И что? Смотри. Во-первых, вот здесь оно не до основания, здесь ну, что-то я пробил. Так оно не... Все равно фигня, короче. Да. Все равно фигня. Сдалека просто кажется, что вроде бы ничего. А вблизи на самом деле херня. Какие-то до середины. Вообще некрасиво. Кто красит ресницы до середины? Даже не до середины, а меньше середины. Если ставить магнитики, прям туда зажать. В глаз? Да, двумя. Двумя, как они называются? Двумя лопатями, кожицами, двумя веками. А вторую, в принципе, вот сейчас уже только надо понять, откуда она начинается там. Дальше. Давай я сделаю. Не-не-не. А дальше. Да, где-то вот там. Еще дальше. Вбок, ну, к краю, Крис, вот он, к краю. Блин, вот видишь, что немножечко меня сбило. Так оно либо с конца, либо там, ты понимаешь? Я первый раз оно нормально не изгибается. Сделала. Нет, ты первый раз тоже ненормально сделала. Ты там сделала хорошо, а здесь была вот эта дырка. Теперь ты здесь сделала хорошо, а там дырка. Все, она не равняет. Ну... Она, короче, не изгибается, да, она все равно будет прямо вот так. Я глазки считаю... Глазки изгибаются. Я придумала сразу же лайфхак, подожди. Через 20... Меня. Зачем ты так об стенку? Ну, потому что это уже все равно купила. Да. Хочешь обрезать? Нет. Порвать, съесть, выкинуть? Я не могу открыть. Давай. Я что придумала? Если вареную картошку не доели, ее же можно обжарить. Я ее съесть. Внутри. Можно и вареную съесть. На следующий день, я считаю, можно использовать как клипсы. Можно. Он не будет, а не клипс. Потому что слишком жирная кожа на... У меня не жирная.
Это не жирное? Нет. Это рыбий? Блин. Не ли... Ну, Крис, они... Какие-то да... бесполезные мои. Подожди, смотри, как красиво. На ресницы? Смотри, как красиво. Крис. На желтом. Смотри. Ну, это что, пришить их? Пришить? Ну, нет, просто вижу на том. Смотри, как красиво. Слушай, ну, это отпадет, как у тебя на подушках, да? Это может отпасть. А вот так вот, если в пуговичке... А Крис, ты кого там сразу сидишь? Ей-богу! Это шорты. Крис, покажи, что это шорты, чтобы они не думали, что это трусы. Они скажут, что вы придумываете его в трусах. Смотри. Ну, в трусах. Слушай, ну вот так. Ну все, короче. Давай не заниматься фигней. Покажи, что ты в шортанах, а не в трусах. Ну ладно. Да, Крис... Она главная в осенней кофточке и в летней шортиках. Нормальные шортики. Такие просто шортики под кофточку желтенькие. Там нет. Ну, красивые, смотрите, желтенькие шортики с розовыми цветочками под желтую кофточку. Да, мы с Дэником на Ямайку собрались. Короче. А у Дэньки топик. В общем, все, мои хорошие, мы были рады для вас протестировать эти ресницы. В общем, я не рекомендую покупать, если вы серьезно относитесь. Если вы хотите поржать, то, конечно, купите, это будет очень весело. Все ссылки внизу и на мою скромняшку. Как вы уже поняли. Тоже ссылка внизу. Подписывайтесь, поддержите ее, потому что она, ну, можно сказать, начинающий блогер и старается очень для вас. Мы ждем твои новые видео. Все. Пока. И все-таки, можно отлепить магнитики и на клей попробовать. Можно, но не нужно. Ну, чтобы не выкидывать. Я подарю кому-нибудь, пусть поржут.